Отпускайте мужчин, отпускайте, не держите их. Пускай тапки садятся. Клетки, вот если бы у него не было жены и сына, то он просто бы играл в теннис и устроился на низкооплачиваемую работу. Это мечта многих мужчин. Мечта многих мужчин — сбросить ответственность. То есть сейчас у него очень много ответственности: зарабатывать, воспитывать сына, решать проблемы, конфликт, очень много. Когда мужчина заботится сам о себе, ему проще. У нас был такой опыт у каждого. Но просто он забыл. Когда мужчина молодой живет один, у него вообще все классно. Он делает, что хочет, когда хочет, занимается чем хочет. Отвечает только за себя. Супер вообще, супер. Супер, это мечта жизни мужчин. Но были две проблемы. Хотелось очень сильно секса, потому что тестостерон заставлял. И хотелось денег на удовольствие. Для того, чтобы получить секс, мужчины женились. Ну, женится. И появилась куча проблем, куча обязанностей, куча ответственности. Вот. Поэтому многие мужчины говорят: я не хочу работать. Я хочу просто отдыхать. И многие так думают, когда женаты. Нужно просто дать им такую возможность. Поэтому я говорю: тапки в сад. Делайте тапки в сад, чтобы он встретился с теми проблемами, которые были у него в юности. Захочется секса, захочется поговорить с кем-то. То есть ему нужно попробовать это. Тапки в сад. Вы сейчас боитесь, скажете: я сейчас тапки в сад устрою, а он уйдет. Так он и так уже смотрит в лес. Зачем вам держать его? Вы его привязали к батарее и заставляете это. Да ради бога, пускай он делает. Он должен осознанно понять, в чем ценность семьи. Он уйдет один, первые две недели он будет фестивалить. Он будет: о, слава богу, ничего делать не надо. Вообще, что хочу, то и делаю. А через некоторое время он встретится с теми проблемами, о которых сейчас не думает. Что не с кем поговорить, а он уже привык разговаривать с женой. Он заскучает по вам. Он захочет секса, он поймет, что оказывается, когда вы готовили еду и стирали, это было удобно, а теперь ему нужно самому готовить еду, стирать и убираться дома, потому что он сейчас этих проблем не видит, понимаете? Отпускайте мужчин, отпускайте, не держите их. Пускай тапки в сад. Хочешь — занимайся, играй в теннис, иди на низкооплачиваемую работу, иди поживи так. Ну, если ему понравится, окей, он собьется, как бы, и так далее. Зачем вам мужик, которого вы заставляете жить с собой? Зачем? Ну, зачем? Потому что вы боитесь, что никого другого не... Найдите такого мужика, который хочет жить с вами. Это гораздо проще, чем мучиться.